подруги, помнишь, что приходила к Ирке? Сумка вроде Биркин, ну нихуя не Биркин. Подделка, мне сказала Ирка, по секрету. Я бросила, ну сейчас так захотела сигарету. Почему все строят из себя хуй пойми чё? И бабло у них типа рекою течет, а сами уродичи сидят на душике в хруще. Сиськи себе сделают и думают, элита вообще. По ночной Неве гуляла с чашкой кофе я. Хотят наскоком и ловят рыбку там, где много мути. В 2010-м еще мне нравился X6. Классная тачка, я даже ее хотела. Ладно, проехали, вся это полный отстой. Главное, чтоб духовность была в гармонии с телом. По ночной Неве гуляла с чашкой кофе я. Подругой набрали трав мы. Там поняла я, смотри, все просто, короче. Осознанно жить и прорабатывать травмы. Энергетика тоже важная штука, впрочем. Сказать тебе, я думаю, сейчас о чем? Всю душу изложу, ты хочешь? Слушай, где эта сучка купила Биркин и почем? И почему все лучшее опять ушло не лучшей?